времени давать спикерам, тем меньше они устают, и тем больше они будут концентрировать свое внимание на контексте и на смысле презентации. И второе – это жесткий тайминг и жесткое количество слайдов. Когда мы даем некие ограничения, это позволяет приходить к креативным решениям и создавать намного более интересные вещи. Хороший пример в поэзии – все знают сонеты и рандо, все знают один из форматов сонетов – венок сонетов, который является одним из вершин искусства, и который до сих пор мало кто может качественно сделать. Но те, кто могут, у них получаются очень интересные вещи. Я хочу пригласить на сцену первого спикера. Да, у нас вариация. Печи Куча 20 слайдов 20 секунд, у нас 15 слайдов 15 секунд. И в отличие от Печи Кучи мы импровизируем. Многие из тех, кто сейчас будет выступать, будут свои слайды видеть впервые. Ну, либо не впервые, либо во второй раз. Поэтому я хочу пригласить на сцену Рустама.